В общем. Хорошие штуки, да? Неизвестного. Это Капралов. Ну тут такие пятна, ничего не разберешь. Хорошие штуки. Это? Да. Мне вот это нравится. А, это Запылихин, правильно. Арнаут. Наут. Арнаут. Пойдем, Коля, пойдем. Два мы будем сажать там, а один я хочу на пятом посадить. Да. Или кабина дальнобойщика здесь. Вот это вот. Подождите, подождите. А я тебе звонил, слушай, что ты трубку не взял? Я еще говорил, что аппаратов нет. Так. Кто бы сфотографировал? Какие вы классные. Понаехали. Понаехали. Папарацци. Иди сюда, понаехали. А, ну чего убрали, блин, объектив? А там такие классные еще бутылки стали. Работает сначала. На забор. А большие, работы большие. А маленький. О, 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 как. Ох. Энергия. Серьезно? Это пусть будет. Это Чубайс раньше заведовал этим делом. Вот, а теперь нет. Теперь? Видите, как все после него получилось хорошо. Шалка. Ой, ой, прошу прощения. На... Ну как это ушло, если он вообще рассыпался уже на эти, Оль? Ну вот. Одна есть. Есть. Я не знаю, удобно ли так. О, это чьи? Вот это, я думаю, что Петерсон. Не думаю. А вот написано какой-то. Это его фамилия? Пе? Ты? Это он? Подпись его? Петерсон, конечно. Да, да? Это стиль его, да, да. Ага. У него такие вот обязательно очень яркие, такие выразительные линии. И вот эти вот. Он очень любит окрашивать всяких женщин в фиолеты, в голубые тона. Там, ага. И вот такие вот очень выразительные линии, видишь, с белилами и все. Это такой стиль. Ага. О, смотри, кот наверху, кстати. Ой, кот, ну это вообще шикарно. Кот на выставку пришел. Посмотреть. А, он участвует в экспозиции. Да. Он объект. А он непростой какой-то. Да, ой-ой-ой. Вы еще что-то нет, еще раз. Ну, я с этой стороны еще нет, там еще короче, хватит. Давай, давай, на Фейсбуке, это же будет выложено. А как же, Катя, раз я видела, что это старый обряд. Семен, почему не выпендривайся, давай падай. Давай, давай, давай. Александра, я вот здесь, можно? Александра на исходную. Александр там смотрит. Александра на исходную. Планировка была такая. Вот так. Саша, давай. Групповой портрет какой-то. Не надо как-то вот так коленку положить, вот так вот, чтобы я был похож, помните, из «Крестного отца» есть сцена такая. По центру. Так, ну ты это. Так у них обычай был такой. Все, Семен! На столе главная комната. Все, цветок, цветок. Все, все успели. А, Семен говорит, тишина. Семен жжет. Вот, без вас бы мы никак не могли, понимаете, вот мужчина так устроен, что у него крыльев нет. Как это? Но он все время бежит настолько быстро по земле, что уже не касается ей и скоро оторвется. Его понесет куда-то вот. Раз и вакуум. Мы без вас, вы в вакуум улетели. А вы раз нас связуете вот этим веществом своим, да? Ты что, ты все смотришь на Семена, я не могу понять. Смотри на Анечку. Как будто он знает. А я думаю, может, он перехватит инициативу. Смотри на Анечку.
Вы наши скрепы. Вот. А. Все. А вы наши скреплеры, да? За любовь, за вещи, за женщин, за все. Они кровать сами. За скрепы, девчонки. Ну вы добавьтесь, Юра, веди за Фейсбуке. Ладно, обещаю смотреть внимательно. Юра, я бы пришел. Я просто банально. А? Ветисов. Аветисов, да. У меня в друзьях еще. И у меня в друзьях он есть, и у него в друзьях даже у Дикарева есть. Даже у Дикарева. Я между прочим хожу. У меня. Не волнуйся, Анна Андреевна, все хорошо. Все хорошо, ничего нет, клеветы. Она без, не все прозвучала. Ой, так приятно, слушайте, а то я это. Давайте, давайте за вечность. У меня тост. За не всуе. За не всуе. За forever. Так, вы знаете, так многомерно, многосмыслово, прямо за не всю. Да. Если я тоже подумал. Я тоже подумал, что я такое сказал. Что я такое. Бля. Не блять, а полюбила и дала. Ну это прекрасно, я считаю. Без любви разве можно давать? Даю, дают еще как. Да? Да. А ты используешь... Ну это грех же. Без любви. А что есть грех? Ты используешь палочку для... В Библии об этом ничего не сказано. Да. Нет, сказано плодить и размножать. Ой, ну, там, да. Я у тебя... Ну, может, мы еще... Крайнее, это крайнее. Крайнее. А чуть-чуть попозже, вот когда Максим вернется, будут пойти еще с камерой. Палочкой. Слушай, а может, я у тебя попрошу какую-нибудь палочку? Ну, пожалуйста. Ну, когда я тренируюсь, она мой... Вот аппарат туда... Нет, это только на телефон. Ну, мой телефон. У тебя глажу, я не представляю. Мой. Тебе какой? Ну, он же хочет его гладить, да? Ну, как то есть у тебя телефон? Что, так обращаешься? Он трахал девочек. Охренеть, слушай, за это вешать надо. Не, серьезно вообще. Я тебе говорю, я его спасла оттуда. Ты ж твою ж мать. Слушай, их столько держат? Любимая ты или это? Нет, не 5-4 года он там провел. Ну, слушай, это же трэш. Ну, трэш, конечно, там вообще, что, кроме макарон, вообще ничего не смотрели. Я ему как, а этого я притащила. Он кроме макарон тоже ничего вообще не знал. Я ему дала как-то кусок мяса свежего, он на него понюхал, представляешь, собака понюхала подожди. Кусок мяса и ушла. То их держали в клетке с целью продать. Ну да. Все эти года. Ну не его продать. Он трахал девочек, которые. У него было 4 девочки в клетке. А, я понял. А, размножал, размножал. Слушай, а мы, по-моему, пофигу на это видно, почему. Ему просто настолько это надоело. Смотри, он спокойный. Спокойно, как мама. Так, давай, я держу вот это, ты ставь. Ну, 4 года, 3-4 года, и все их это. Мира и конец культуры, настал он! Она сказала, что я буду сейчас... С той стороны зеркала человек с бородой. В одной руке держал он смысл, а в другой держал понимание смысла. А в третий и четвертый нес словец слов человеческих. И стало все хорошо, и видели все как есть, и все поняли, и возрадовались, и пели, и плясали песни, и танцы дней, которые придут после конца времен, во веки веков. Амэн. Слушайте, красиво очень. Кстати, что-то такое важное хотелось. А, на тему черного квадрата. Вы знаете вообще, как черный квадрат произошел? Там была такая история, что Малевичу заказали картину на какую-то выставку. И он, в общем, все это... Бадные сюжеты? Не-не-не, не совсем так. Он... Бадные сюжеты — это фейк. Нет. И он, у него то ли не было времени, то ли ему было неинтересно с этим как-то куратором работать. Он решил, я могу отвернуться. Пошли они все в далекий красивый лес. И нарисовал просто тупо черный квадрат. И говорит куратор, вот вам... Ваш заказ. И, собственно, так и произошло. Но это одна из вот этих легенд. Дело в том, что черный квадрат был не первым. До него были другие квадраты всякие, красные. Самая первая работа была вообще в 19 веке. Была нарисована. Это было просто белое поле. Белое поле. Да. И как это там анемичные девушки, у них там что-то такое. Первое причастие анемичных девушек в снегу, она называлась. Француз такой нарисовал. И это еще было до черного квадрата, до всех этих дел. Фантастика вообще. А, слушайте, расскажите, пожалуйста, Михаил, я сейчас с вами просто. Да. А расскажите вот именно про какую-то смысловую концентрацию. То есть, ну вот я тут все сформулировал. Нет, это я поняла. Но я постарался. Вообще, вы знаете, вот как бы я это формулировала, да, я вообще так, я чисто так лолыл. Я цыганская ведьма. Нет, я профессор по шизофрении.
Уважуха, уважуха. Да-да-да. Вот. Как бы я это трактовала с точки зрения символической? Возможно, в тот момент, когда вы сие конструировали, ну, безусловно, эта трансформация внутри бега от черного до белого, от белого до черного и вот этих всех, ну, скитаний, короче, бесконечных. И вот здесь какая-то такая, знаете, ну, наслоение, может быть, самолжи, короче, какой-то, каких-то самострахов. Вот это именно в тот период, когда вы начали эту картину. То есть вот здесь, вот особенно еще по... как бы по структуре линий самих. То есть вот здесь какой-то, видите, даже клюв какой-то такой, причем неприятный, да, такой, что-то похоже на какую-то птицу с одним крылом. Вот здесь клюв, да, такое наслоение. По-моему, здесь есть эротизм. Ну, эротизм, безусловный такой сосок, все понятно. Я с субъективной точки зрения. То есть это птица с одним крылом, да, которая стремится... По-моему, это ноги. Ноги? Да, которые вот так вот. Ну, понятно. Не, ну, это субъективно. И с другой стороны, вот это слово, к которому мы стремимся, чтобы отойти от таких низменных каких-то элементов. Ну и здесь, естественно, возвышение, вот он, свет здесь брезжит, это какая-то что-то Вавилонская башня практически, ну такое напоминает, если детально разбирать. Я просто, я как бы еще, помимо того, что я профессор шизофрении, я символизм, теория символа, я философ. Это мне много статей на это тему есть. Вот. Вот здесь опять же, то есть приход к этой же двойственности, но заключенной в цельность, потому что обе этих фигуры, они достаточно схожи. То есть у них есть общий контур некий, который вот где-то здесь соотносится. Вот здесь какие-то две такие пимпочки, вот здесь пимпочки. Это еще и спираль. Зеркала, спираль, Вавилонской башни, короче, Брейгель, я не знаю там кто, Иисус Христос, всем привет, короче, да. И так далее. Вот, все. Это вы автор, да? Вот это работа, да. Угу. Можно же поставить просто. Не знаю, а как-то вешали, но как-то можно, наверное, вешали. И поставить. Как-то сложно, да? А название какое-то есть? Трое в лодке. Трое? А, да, там действительно двое есть, а третий подразумевается. А третий волной. Ага, уже там не жилец. Ясно. Ну что, смогу. О, это недавно нарисовал тут, да? Ну, чтобы свеженькое, да. Клево, да? Приятно, да? Хорошо заехал, да? Нет, он не пришел. Ты боишься?
А что там такое? Мы кошечку зовем. Кого, бабочку? Кошечку. А где она? Она там. Там? Смотри. Ну, она просто вас боится. Она не боится нас. Она Света, все две... Она туда пошла. Туда. А где окно? Давай, давай. Заходи. Мы Марии 2. А дальше 45-й участок. Не надо дальше. Собаки. Давай. Ничего, темно. Спонсор? Семен умеет спонсор? А, спонсор? Ну, так он-то мастер какой-то, смотри. Да не, ну как это ж не его лично. Я понимаю. Находятся люди, которые просто ему доверяют, просто и все. Это не то, что его лично. Нет. Типа, пользуйся, не хочу, и все, живи, вот и девочек хочешь. Киселев спонсор. Ну здесь-то... Ты его не застал, приезжал. Киселев, бас, Киселев, помнишь, хранили. Братья Киселёва, вот они друзьями Семёна были, они Они, ну, то есть, ну, ты же сам понимаешь, как это делается. Понятно. Вот. Киселёв приезжал, завёз нам бухло, там ещё что-то, вот, уехал. То есть... Ну, как здесь отапливаться зимой, я не понимаю, например. Потому что вот эта система, я уже смотрел, она не рассчитана на то, что... Ну, в общем, она не будет протапливать все. Угу. Поэтому понятно, почему закрывается вот на время. Вот все. Здесь не оборудовано. Ты посмотри, вот. Смотри, ну не выдержит. Это все самое. Рыбий мех, как говорят. Рыбий мех? Ну так я уже не говорю. А нет, ну, Семен у него ладно, совершенно... Ладно, в сути я пойду. Чего, греться? Давай. У него совершенно... А внизу баня отличная, ну там парни с ним, можете посмотреть, отлично. Вот такие вот, видишь, тут плохо, что света, не можете свет подзажечь, тут отчуть. Да ничего, я так сниму без света. О, так-то лучше. Не, так цвет искажается. А, так идет он... искажение света, это правда. Ну, тут надо просто регулировать это самое. А, не, слушай, тебя нормально тянет. Тянет. Другое дело, там качество какое. А если так сделать, лучше нет. Слушай, хорошее место. Представляешь, вот нам нужно такой для кулисы спонсора найти. Видишь, нет спонсоров у нас. Откуда он возьмется, если мы еще, никто нас не, вообще не знает ничего? Не, Семен молодец. Во-первых, ты посмотри, все-таки уровень художник. Ну, он давно уже занимается. Нет, ну ты все-таки посмотри, что... И потом он занимается все-таки женщинами, а женщины многим могут нравиться. Это не мы какие-то, непонятно чего там, какие-то абстрактная какая-то хрень. Ты не помнишь, о чем ты? Маленькая. Помнишь, что должно быть у женщины? Маленькая, маленькая, коричневая и сморщенная. Маленькая грудь. Не, маленькая, коричневая и сморщенная. Это самое. Чувак говорит, ну елки зеленые, почему ты такие неприличные вещи задают в обществе? Так, ничего неприличного нет, это изюминка. Маленькая, коричневая и сморщенная, изюминка. Смотри, Варя тут тоже с картиной. Да. Да свет-то не нужно особенно. Есть какой свет. Вот, смотри, бассейн есть. Так, что бассейн это? Есть. Свинья, что ли, какая-то? Да. Свинья какая-то. А где баня дальше, да? А, вот сюда. Думаю. О, тут голые женщины в бане. Да.
как обычно. Что вот? Ничего себе, это баня разве? Это бассейн какой-то. Разве это баня? А вот это баня, да. Вот это уже баня. Целый камин вообще. Не то, что баня. Или ты как бы от природы кайфуешь, ну, больше? Дима, дальше. Третий вариант. Сейчас скажу. Ну, а что? По гороскопу? Мне кажется, маловато наводящего. Нормально, нормально. В игру мы думали. Да, мы играем в игру, понимаешь? Верю, не верю, угадай. Ну и, короче, это змея. Не угадал. Володя, у меня мысль появилась. Какая мысль? Петерсон. Друзьями. Ага. А как его снять? Он с обратной стороны? А, с той стороны? С той стороны? А что тут такое происходит? Тут как бы как скала в море начинает обрастать. Галерея какая-то? Ну да, это такое кабинка дальнобойщика. Дальнобойщика? Мы только что обсуждали профессию дальнобойщиков. Вот они вот. Сегодня праздник дальнобойщиков. Вот я, наверное, в честь праздника это все. Вот, поднеси еще руку. К чему? Предметы на выброс, которые больше нигде никого не знают. Вот, сейчас давайте. Я понимаете, какая история? Я могу. Тут пришлось сниматься с самым этим. Сам по светочку можешь там? Да, я сейчас. Олег, где вы настоялся? Это предметы, которые никому не Жоли. Нужны на выброс. Он курю, тут в своей очередности. Да. Да. И он решил их не на мусорку, а решил сделать из них инсталляцию. Ну это, наверное, так дальнобойщики поступают. Работают. То есть вещи, которые. У них кабина дальнобойщика. А, нет, смотрите, нормально. Шикарно. Получилось? Ну вот, все нормально.
Поэтому это называется кабина для льдоморщика? Да. Вот это белье. Парты-то Сталина не хватает. А вот смотрите, а вот белье. Макс, а вот белье. Смотрите, это белье дальнобойщика? Белье дальнобойщика. А это ваша рука. Это клево. А это белье дальнобойщика. Я не вижу. С тараканом живым. Нижнее белье дальнобойщика. Не важно. А подсветить можно мне таракан? Он был ранее. А краба подсветить можно мне крабы? Это рак. Крепкий. Есть. Это вот тут живет, как бы, естественно, вот там и сушит все. Это выдумки, молодец. Это не выдумки, это жизнь, такая она и есть. Это клещепки. Так, пойдемте, давайте сейчас уже сейчас. Нормально, смотри, станет смешная крепь, смотри. То все-таки один краб. Ну, рак не важен, краб, рак. Да. Марк, пойдем смотреть еще одну. Хочешь этого, что я кинул, это яблоко? Не надо, его надо съесть. Ой, она блестит. Посмотри. Ну она и сейчас при вечернем блестит. Посмотри. Спасибо. Ой, какая красивая. А со вспышкой она светится. Да, да. Красиво. Ты искал такой бриллиант, да, Марк? Сиреневый. Ну да, искал. Да. Верни еще золото и бумажку. Сваровский? Да. Обалдеть. Крутая штука. А здесь больше нету? Надо искать. Давай поедем. А вообще, ты, Марк, знаешь, что такое? Это счетчик, который показывает, сколько света сожгли. Курса, что у него на заборе? Купить машину. Да, машина. Семен, ты в курсе, что у тебя на заборе кристалл Сваров? Я, Оля. Ты предел. Бублев. Сваров. На заборе, на заборе. Спасибо. Сваров. Сажать дерево. Да вот что-то никто не хочет дерево. Уже посадили, я не пока знаю. Задержался. Пока что, нет, там инсталляцию пока устали, что мы дерево. Смотрели инсталляцию, а дерево так и не посадили. Обманули. Позвали дерево сажать, а сами показали понятно. Инсталляцию. Добрый вечер. Зашел на газету. Нет, здорово. Там варенье плюс местное апрелевское зерно. Хорошо. Это мы сейчас. А самогон у вас? А я винишко. Я... Спасибо. Кого вы тут фотографируете все? Через железку перейти по переходу. Ну, вы знаете, вот если бы вы не сказали, вот так, если бы было не так. Вот вы так идете тихо, вот так вот тихо медленно идете. Ну, не получается, это без слов надо. Все, 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 прячется. Да не надо прятаться от нас. Мы же это вот... Давай, давай! Вот стой! Замри! Оп! Вы просто в параллели такой были классные. Вы были в классной параллели. У кого длиннее объектив? Вот и назывался, у кого длиннее объектив. Она бежала из дома. Да ладно, вообще, да. Вот это. Тут успела. Тут рук нету. Не, ну, есть. Не, руки есть, но лицо размазало, забыл. Ну, да не, ну, конечно. Нет, а вот вы вдвоем были вообще отличные. Можем и так стать. Профиль, вот, вот знаешь? Вот так, вот. Мне единственное, что сегодня. Дамы и господа, дамы и господа. Политическая минутка, как обычно. Класс. Вот. Все ли готовы для все политические минутки? Прослушать вечность.
Да, сказала толпа. Мы здесь. Мы здесь. А у нее получился... Главный слушатель. Михаил, мы здесь. Я, как обычно, на фото, а потом процентов 70 выкидываю. Нет, сейчас, подожди, Михаил. Вот Вовик в лес. Вовик в лес. Вовик это наш. Михаил пришел. Итак, так. Дамы и господа. Я прошу прощения, что вас перебиваю. Поэтическая минутка. Меня зовут профессор по шизофрении. Вот. Сначала я прочитаю свое, как сказать, свою визитную карточку, которая называется «Алхимическое признание». Я написала много лет назад, и это не важно. Называется «Алхимическое признание». А после прочитаю нечто новое, такое, вы знаете, совершенно магическое, как бы преображающее. Алхимическое признание. Если позволишь говорить монологами, я расскажу тебе очень многое. Концентрат отчуждения в неслучившемся времени, избалованное вдохновение, как химическая реакция. Мое знание плюс твое знание, алхимическое признание. Каждое слово в сопровождении взгляда постороннего и потустороннего. Многомерная тайна на твоих ладонях. Дай мне пощечину нежную, но очень сочную. Засочилось познание, заискрилось сомнение, колебания равновесия правого полушария. Смыслами сшитая, в голову вшитая. Цыганская бабушка танцует руками в моей черепной коробке, а ты для нее играешь на барабане. Заплетается тело ритмичными звонкими па. Бьется бессмертная красота. В клочья мои глазницы, под ребра медные спицы. Расширенные зрачки, то ли от темноты, то ли от тлеющего желания. Страх моей ощутимой скромности. Я боялась тебя одного, никого никогда не боялась, а тебя как пожара, как потускневшего неба, как оборванных линий, электрических нитей, как романа с пустыми страницами, как затерянные встречи с бездушными лицами. Ты подобрал для меня идеального платья черно-белый фасон. Жизнь есть сон. Не подскажете автора? Браво! Браво! Это было первое стихотворение, которое я написала вообще когда-либо в жизни. А теперь как бы последнее, ну то есть их всего два. Вот, ну на сегодняшний. Не, ну вообще их много. Вот. Настоящих два так хотят. Вот. А сейчас, вот понимаете, то, которое спустя опыт, спустя множество прочитанных литературных веяний и прочего-прочего. Это стихотворение посвящается галактическому ветру, это такой синоним. На самом деле Алексею Тегину. Очнуться утонувшим кораблем. Улыбкой дремлющим под взмахи рыбьих плавников. Сиять зеленовато-ржавыми металлами. Внимать лучам, дыханию солнца. Так терпко сквозь прозрачность вод. Дерзащим ускользающую суть. Нутро звенит размноженным посланием. Чуть криво почерк проскрипел по смятому листу. Фу, листу сознания, чернильных слов контраст, на белизне условности сомнений, вдохнуть себя на глубине поверхности кипящего течения. Стекает стрелка из секундной в часовую, стрекочет механизм, сокрытый за прозрачным циферблатом, на паузу нажат ресниц, чуть удивленный взмах. Магнитные линии, зажеванные параллели. Нас научили лгать порывы пламенных ожогов.
Нас научили нож распознавать порывы мудрых, песен ветра. И слишком все банально это. Но себя осознавать никто нас научить не смог. Желать, желанно, жданно ждать. И забывать, и забывать я спрячу быть. И забудь я спрячу буду. Но где мы можем спрятать собственное «я»? Потерянная в трещинках, раскрывшего глаза, всплывающего после полусна, растерянного в зыбкой сути корабля, узнавшего себя подводной лодкой. Браво! Анечка! Ой! Черт, возьми! Ой, а это хорошо. Ой, это прям... Да. Ой, ну все. Это просто еще не прокатано. Я его читала, я сегодня его вот на публику, такую нормальную публику, первый раз читаю. Все, надо пить, пора. Да. Все. Спасибо. Да, ура. Я же его пирогу. У меня уже все, это волк. Там же корень стержневой. Просто я не горжусь, но я достаточно деревьев за эти 5 лет посадил. Ну тогда я же не знаю ничего. Не утрамбовывай. Так, само собой, что. Это вот. Не, на самом деле, после первого же дождя или влаги все это просядет, поэтому надо повыше его поднять. Очень большую дырку сделаем. Повыше, ты его держи на весу, а мы туда землю. Хорошо. Потому что все это просядет. Давай. Не, вы эти корни за это самое, да. И херня, вот. А можно с черенка. А теперь несите 2 ведра воды. Сажать деревья. Не нужно ничего ему. Что значит не нужно? Все же нам еще влага уже, видишь, коми какие вот мокрые. Вот. Не надо его трогать сейчас этим. Надо его сейчас. Он так просядет. Он уйдет я просто под землю. Я вам объясняю, через 2 недели примерно он просядет. Я знаю, я и говорю. Сейчас он просядет. Потому что там пустоты. Ему столько влаги будет, что вообще. Я ниже с дуба. Там все, что... Ну, можете оценить ситуацию логически. Там столько... Не надо, пускай... Воздуха и пустот. Да, что все это осядет и все. Ну, просто пусть оно, знаешь почему, Семен? Пусть оно само осаживается, потому что... А корни-то они тонкие, они могут сейчас смяться, если топтать. Смяться. Трав. А когда само оказывается, это тоже не вот пусть будет. Дюма хороший. Не трогай девочку. Это мальчик. А вторая это девочка. Том Бики, да, что они оба. Это посад. Следующую здесь.